В поселке Октябрьский завершается капитальный ремонт спорткомплекса с бассейном. Строительство длилось не один год. Здание открыли в 2005-м. За годы оборудование и коммунальные сети устарели. Сейчас, благодаря передовым технологиям и современным строительным материалам, здесь полностью переоснастят бассейн, спортивный зал и административный корпус. На капитальный ремонт из областного бюджета было выделено 120 миллионов рублей. Замена оборудования, чаши бассейна. Также мы, самое главное уже, и сложно было сделать, это теплые полы и в помещении бассейнов, и в раздевалках, в душевых. Все функциональные сети внутренние, это отопление, электропроводка, вода, канализация, все уже проведено. Обновленный спорткомплекс откроется в декабре текущего года. На прилегающей территории хоккеистов примет отремонтированный корт с трибунами и новым освещением.